Я, блядь, просто не могу в это поверить. Урна стоит рядом. И нет, надо обязательно бросить мимо урны. Неужели вот курильщики? Я, конечно, не про всех курильщиков говорю. Некоторые из них бывают культурными. Некоторые, да. Но большинство почему-то настолько пидорасы и свиньи, что бросают мимо урны. Вот какого хрена? Ты будешь потом запикивать? Нахрена запикивать? Это что за моральное уродство? Курильщики, которые бросают мимо урны, вы вот, у меня вот к вам вопрос. Вы вообще думаете, соображаете, что делаете? Я сейчас по-любому в комментариях, Ген, по-любому в комментариях кто-нибудь скажет, что вот, да мы торопились, там, вот там, или там, еще круче. Да что там, зашкварно поднимать, да выкидывать в урну. Уроды, блядь. Подонки. Общество разложения, блядь. Фарш, вот надеюсь, что со всеми вами, кто бросает свои окурки мимо урны, надеюсь, что с вами это случится. Ублюдки. Из-за вас нормально на столовке не посидеть. Как будто, не знаю, в урне в какой-то. Тебя? А ты еще? А, это Евген. Друган детства. Не любит сниматься, когда ты свою камеру начинает прятаться, а когда начинаю снимать себя, покажи меня. Когда было последний раз, когда мы с тобой шли, я тебе показывал провода. Провода? Недавно. Они до сих пор у меня в сумке лежат почему-то. Те самые толстые провода, кстати, редкие. С толстой жилкой. Палево. Но у нас электрик. Ага, сантехник. Ладно, ну в общем, основную мысль я донес. Народ, пожалуйста, не бросайте окурки мимо урны. А если выронили, ну, поднимите. Не ленитесь.